Мелиоративный комплекс восстановят и будут развивать. Сегодня Верховный Совет в первом чтении принял госпрограмму. План мероприятий готов, рассчитан на 5 лет. Вода в полях – залог урожая. Хороший урожай – залог продовольственной безопасности. Именно такую задачу ставит президент Красносельский. Без мелиоративного комплекса выращивать свои овощи и фрукты в республике сложно. Нужно восстанавливать системы полива. И будет восстановлено и реконструировано 14 насосных станций, в том числе 6 головных насосных станций, при финансировании работ из целевого сбора на поддержание мелиоративного комплекса. В случае, если эти другие объекты будут профинансированы из других источников, это позволит восстановить еще 27 насосных станций, в том числе одна головная. Восстанавливать оросительные сети будут и сами землепользователи. На эти цели они планируют потратить 154 миллиона рублей, а на покупку оборудования более 600 миллионов. Программой предполагается ежегодно 11 миллионов рублей для финансирования этой целевой программы из целевого сбора мелиоративного, который был введен с этого года. В случае, если будут дополнительные источники финансирования, еще дополнительно около 4 миллионов рублей в год. Засуха позапрошлого года осени, прошлогодняя вся, побудила правительство к созданию такого программного документа. И теперь мы понимаем, что к мелиорации мы будем подходить не точечно, не выборочно, а есть реальный программный документ. Почти 40 тысяч гектаров земли с водой. Это к 2026 году по проекту. Главная цель – обеспечить Приднестровье овощами и фруктами своего производства, а импорт сократить.